Итак, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Думу. И не пойдем. Счастье, радость, жвачка. Тияк. Здравствуйте, Даня, здравствуйте, косой зуб. Здравствуйте, мамай, где моя чкатерка? Эй! Здравствуйте, Зефрон. Видели концовку? Нет, не видел. Здравствуйте, Лан. Здравствуйте, Алексаэс. Приветствую, Лорес. Здравствуйте, Локидру. Здравствуйте, Ликс. Здравствуйте, Азенда. В живых и комьюнити 5 бурления в новом бэке Ереси у примархов мапга появилась. Но у меня сразу два варианта. Это либо та деваха, с которой мутил император до того, как вступил в сделку с темными богами, либо это Сланиш. Ну, как бы номинально у них есть мамга, это как бы Сланиш. Ну, так, если что-то пошло. Короче, она редконит конец второго эпизода. Понимаете, что как бы... А толку? Второго в 13.13 отменили же. Толку-то от него. Вот лишь на сегодня пройдем. Ну, если Бусь не окажется прям вот жопу выдирающим, раздирающим. О, как можно жопу выдрать? Думаю, да. Нереально мамка. Импи у нее генокод сделали, она тоже вечно. Ее Эрда зовут. Но он же мутил с какой-то... То ли вечной, то ли полубогиней, то ли хрен знает кем. Перед зеркалом там около... Ну, перед зеркалом у входа в фарб. Те. Не помню, как ее звали. Игру отменили, но бил все же есть. Ну а толку-то от него? Ну вон StarCraft Ghost тоже отменили, бил тоже есть. Толку-то от этого? Чем мне тут за подарки дают, как бы? Ад, не ад. Угу. Что? Скины на оружие. Максимально отвратительно. Оказывается, в Думе будет сюжетный DLC, кто бы знал, да? Охренеть. Клип видел, да, видел. Ну, я что-то подобное видел уже, на самом деле. Я то же самое делаю примерно раз в месяц, я руками люстру пытаюсь смахнуть. Ну, она, благо, держится крепко. У меня тут же реакция, я тут же приседаю, люстру хватаю при этом, то есть он стоит. Сюжет, да, ну о чем, да, ну блин, вот появился сюжет, что бы его не развить. Даже скинчики не нравятся, ну там нет скинчика единорога, ну как может понравиться Думгай белый, Думгай красный, когда может быть Думгай в костюмчике милой поняшки единорога, то есть как мне может нравиться что-то обычное. Причина очень понравилась, что не только спуск маринов не импи сделал, но и там примархов мамка появилась. Это она по варбу раскидала. Гениально. Что-то они там прям совсем редконят, прям. Разговоры из этого тебе говорили по губачке. Хороший люстр, да. А чё прям сразу, прям, может, прелюдию? А я не готовый, я. Можно мне как-то больше прелюдий, пожалуйста? Спасибо.
Кажется, я промахнулся. Ага, понял. Дринь-динь-динь-динь-динь-динь-динь не работают. Как же не разыгран, хреново играется-то, вы... Я просто не представляете. Пол это лава. Здравствуйте, Гадалекс. Отвратительно, чудовище чекпоинт. Да ладно. А чем без задумал, я его хисерка ничего не знаю. Ой, лучше вам и не знать. Там столько он всего задумал. Ну что, видимо, сейчас минут через 30 разыграюсь. Слишком далеко. Ай, блин. Эй-эй-эй-эй-эй. Техничненько получилось. Не то, что я так не задумывал, просто техничненько получилось. Мне даже понравилось. Меня маленькая желтая штучка, насколько я вижу, это буст на скорость и на иммун, ну на, короче, это скорость и бесконечные патроны к дробовику. Я, конечно, могу ошибаться. Опа!
Нет, блин, зараза, вот это реально неприятная ситуация. То есть, да, то есть, если в нее лупить из... Ты чё такой? Так, а... А, вот её. Да, ёп. Кривущий пьец. Падать не обязательно. Затрудняюсь попасть. Ах, хат. Да, блинский конь, ну очень быстрый луч, ну очень быстрый луч. Я от него даже уворачиваться не успеваю. Да, блин, я думал, ты двигаться будешь. Да, блин, я думал, ты двигаться будешь. Криво. Опа. Бррр, этот шара, не шара, блин. Да ладно, попал же. Да ладно, вот это, ну хорошо, вот это было мимо, я согласен. Это тоже. И это тоже, да, господи. Руки из жопы. Так, дело дрянь. Ладно, шутки в сторону. Ржали я хули. Бали.
Чё-то вас много. Зараза. Раз видно, что. Пойдем. Да, я точно не здоровался. Я запомнил. А, господи, двигайся. Да он какой хитрый. Короче, у них новый метагейм, я понял. Я все понял. Это как картинка с умным негром, я все понял. Так. Маленькая арена, мне не нравится. Баба-яга не одобряют. Ой, ёпта. Вот это, по-моему, было несколько излишнее. Или это? А думаю, кажется, с джойстиками нравится. Почему? Тут нет ни унижения, ни мужчин, ни женщин, ни других половых видов, которые можно только придумать. Тут даже очень толерантненько относится к демонам, на удивление. То есть, как бы они как бы не демоны, поедающие плоть людей, они альтернативно живые. Вот. Он даже какой-то. Тут не все, что нравится все. Тут вот шара, не шара, блин, как моему. А я ж попал. Хорошо, здесь я не попал. Здесь я тоже не попал, я согласен. Ха-ха-ха-яй-яй-яй-яй, долбаная арена. Горячо. Пятерка. Я попал? Да, я попал. Старый мир кисли возвращать, ну а чё, как же без суровых, славян, которые бухают и ездят на медведях, как же без этого? Здравствуйте, Навара.
защитить их. Простых слуг наших нет. Ты... Ой, какая страшненькая. Священную печать Урдака. Твои подлые преступления могут стать угрозой. А печать мы с собой заберем, да, я так понимаю? А может быть и нет? Сейчас сюда проникнет, да? Класс. Надо уходить, срочно. Кибермозг в первом доме 16-го был, а кибермозги тут как таковые есть и, ну, так, они встречаются. А хватит трясти, шо? Солдат Рока не спасет вас. Солдат Рока? Я думал, я палач Рока. А что с руками? Иди к папе. Какой бодренький запильчик. Тебя, Манкуб. А, у меня теперь два удара. Кайф. Эй-эй-эй, попался, падла. Оп. Не тебя я хотел. Ну ладно. Говорится, и так сойдет. Куда? Зараза. Три топлива пни здоровяка. А это смотря какого еще здоровяка. Иди, и так достану.
Давай. А что мне? А, сзади опять пионер подкрался. Игроки, которые проходят no damage, нет таких. Но damage можно пройти только в одном случае, если вы сидите где-то и крысите со снайперки. Ну что, в противном случае, в любом случае получите какой-никакой новый урон. Ну, к концу мир, блядь. Опа-па-па-па-па-па-па. Со всех сторон носит. Не знаю, что мы... Ну, 16-го года. Ну, 16-го года не настолько динамичная, как этот. Серьезно. То есть этот дом по сравнению с домом 16-го года, это как брам, ну, я не знаю. Как жопу с пальцем сравнить по сложности. Давай, бани-хоп, бани-хоп! Пыщ! Бани-хоп, бани-хоп! Опа! Ты живой, что ли? Я думал, я тебя убил уже. Так, мне нужны большие... Вот это большая... А, вот это еще... Нет, вот это... А вот это очень большая бушка. Так, ну чё, паракуда? О, тебя! Ха-ха-ха! Ты хорошо мне под руку повернулся. Пыщ! Пыщ! Пыщ, мать твою. Погоди, я ж попал к тебе, ну?
Бензина не хватает. Ой, господи, еще и тиран. Чей танк? Честь. Лично бодикоп. Честь. Перегрузка, дружище. О, черт. Блин, ну нафиг. Зато разыгрался. Нет, я знаю, что у меня меч есть в загашнике, но у меня для меча есть один заряд. А мне жаба душит его просто так использовать. Может быть, ветерана, конечно, мечом бы бахнул. Я в тот момент времени как-то не на этом сконцентрирован был, скажем так. Я же прям в дыню попал два раза. Три раза. Сказал, что это банку. Условностью. Если не остановите его, у земли нет надежды. А в принципе меня это одно хп как-то как бы интересует, но не то чтобы сильно, я бы так сказал. Не угадал, да?
Эй, ну я же... Господи, как я ненавижу, что нельзя дашиться через этих тварей. Я понимаю, что это, ну, логично, что он не развоплощается все же. При Даше, ну, блинский конь, а как мне этого не хватает. Блин, не то. Так, дружок, где твой анус? Вот так вот. Прямо в жопу. Такой себе секрет. Знаете, братья и сестры, нас ждет нечто чудесное. Нечто поистине чудесное. Иконы скажут реальность, и само ее присутствие в нашем мире меняет привычно метафизический порядок вещей. Позволить иконе существовать далее, значит поставить крест на всей планете, а потом и вселенной. Кан-Созидательница стремилась усовершенствовать Титана с помощью лучших технологий Творцов и сделать его управляемым. Но ритуалу не удалось довести до конца, и вся разрушительная сила иконы вырвалась наружу, поглощая все на своем пути. Сердце сына предателя больше не могло сдерживать ее мощь, и ничто, несмотря на все усилия Созидательницы, не могло ее остановить. Лишь палачу, герою, чей приход предсказан в древних пророчествах Аргента, под силу предотвратить надвигающийся апокалипсис. Здравствуйте, Мюрфи. Готовеньким долетел. Интересно. Интересная постановка вопроса. Куда вы мне говорите? А, все, понял. Значит, пора пилить. О, мужики, скидыш. Здорово, пеньки. А я нашел тотем. Да я так и не понял, как запуск щита можно? Ну и там, елками.
А, он взрывается, запускается, понял. А, черт, бронированный. Паник, оп. Жнец зараза заряжается больно долго. Прям, ну вот реально больно долго. Ой, нет, 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 нет. Нет. Пожалуйста, только не он. На земле, да, босса, ну босс довольно простой на самом деле. Он кажется как бы сложным, но там весь вопрос в маневрировании и в натиске. То есть маневрируешь, натискуешь, и ты победитель. Дрин-дин-дин-дрин-дин-дин-дин. И тебе дрин-дин-дин. Ай-яй-яй, жить, жить, жить. Говнарь. Так, у Гомора бомбардирует с двустолки, потом с баллиста, потом опять с двустолки, склеивается учебой строем. А кнопки очень разные, к сожалению. Чисто практически, да, это вполне возможно. Говорят, что в принципе можно его просто выбить из равновесия, мечом успеть его шарахнуть, и все будет ок. Ну там какой общительный джентльмен.
По-моему, мы в этом магазинчике уже с кем-то дрались, не? Эй-эй-эй, кто там... О, господи, я так и знал, что какая-то жопа зайдет. Жопа с ушами, а. Так, чё у меня? Иди к папе. А где я? Мне показалось? О, да. Ну, смотрите, мечишка-то пригодился. А где-то еще до этой жестокости. Зашибись. Изи. Вот видите? Не зря мечи солю. Здравствуйте, Олег, здравствуйте. Уже никакого оружия не улучшишь? Нет, уже все на максимум. С того, что интересно. Хотя... Можно так, чисто ради эстетического удовольствия. Да, вот, в принципе, вроде все. Народ, ты подозреваешь, что кошмар во сне... Я бы не сказал, что кошмар сложный, вот серьезно. Я бы не сказал, что он сложный. Он сложный из-за мародеров. Вот эти вот, которые появляются со щитами. В остальном он вообще на изичек проходит. Ну как, на условных изичек, естественно. То есть, ну и самый первый бой на кошмаре, конечно, очень тяжелый. То есть, пока ты привыкаешь к темпу игры, пока все. То есть, мордет, да, прям реально жопа порой подгорает от него. Вот именно только от него и... Да, в принципе, все. Других вот таких вот прям кор противников я вот прям не вижу. Что у меня есть? Что делать, когда ничего нет? Ага. Разве шары пошире все найдется? И народ проходит фиксированным количеством жизни. Только фиксированное количество жизни. Dark Souls вообще никогда сложным не было. Я как бы играл в Dark Souls, и я первый раз в Dark Souls прошел, самый первый раз, когда я в него играл, часов за 40, по-моему, весь. Там где-то вот прям в канале происходит, и без меня, мне прям это, конечно, очень странно. У-у-у, какая у вас тут порнуха, веселуха, ребята. Можно я присоединюсь?
Понимаете, мародер поломан из-за того, не то что он на кошмаре, он поломан, он поломан тем, что у него не совсем понятный паттерн движений, то есть ты его никак не можешь предугадать. Давай сведем, он бравит. Он прошел кошмар с остатками 20 жизней, вполне реально пройти и с одной. Да, вполне реально. Но, блин, это надо прям вот заморочиться. Вот это я сомневаюсь, что он прошел с остатками 20 жизней. Что-то меня терзает в этот момент очень смутные сомнения. Что это реально был кошмар. Сегодня прошел как бы. Мне что-то даже интересно стало, как он это сделал. Не понял, он куда. Болинский конь, опять ты. Пять раз откись на гладиаторе, 4 на иконе. А как он мог тогда сохранить 20 жизней? Мне интересно, он перезагрузил вообще что ли тогда? То есть он как, он, если он где-то умирал, где-то суммарно 20 с копейками жизни по игре есть, насколько я помню. То есть 20, то ли 25, то ли 26. То есть если он как бы просто дропался в момент смерти, то тогда это понятно, как он это сделал. Но если он как бы 30 плюс, сразу я вроде 26 говорили. Еще нашли. Парень, сразу. Уровень собираешь, да, я понимаю. Просто у меня как бы математика немножко не сходилась. А, ну хотя. Ну да, вроде 26. У меня поэтому математика не сошлась, то есть я что-то не допонял. Бандеров посмотреть первый спидран на 100% без ключей. Но я думаю, они еще не скоро пройдут. То есть я думаю, где-то должен быть какой-то трикс найтись, чтобы прям вот без ключей пройти. Да, ё-моё.
Я реально быстро разу. Так лучше действительно получается. Но это если с ним один на один дерешь, о господи, только не пьет. Так, и куда? Ага, куда-то. Понял. Мародер предсказуем, он делает два удара топором, отходишь вправо, влево, делает даже бок. Начинает ударять. Хочешь далеко, начинает собаку спавнить. Раз, иди-ка собака. Я не говорю, что он прям вот непредсказуемо. С ним тяжело. То есть у него нет такого понятия, как средняя дистанция. Он может, например, на средней дистанции выдать атаку ближнего боя. А если он еще и выше тебя стоит, ниже тебя стоит, у него вообще все это, блин, прям кукуха слетает, и он начинает прям срань творить. Прям реально срань. Кто это выхолод? Нормальная игра, на самом деле. Кирог, это мародер, да, да. Туда, пожалуй, соглашусь. Final boss. Время пришло. Встречаются два титана. Как предначертано. И куда я ему стреляй? Чтобы включить защитную энергетическую оболочку иконы греха, необходимо уничтожить ее броню. Только оболочка не получает урона от стрельбы. То есть стреляй по сиськам, я понял. Я понял тебя. Понял, посрать.
это нажал. Здравствуйте, Волон. Это должен быть охрана. Не знаю, куда ему стрелять-то. И понятно, что стрелять ему надо в сиську, но что-то как-то... Поймать и трахнуть кулаком. Жизнь какая. Здравствуйте, Александр Ильич. Так я понимаю, что ему надо все элементы брони сбить. Меня другой смущает. Завинь.
Ты хорошо прошел, мужик. Прям вот. На одном хп, а как? Где у него что еще осталось? А, он на жопке. Скорей, теперь броня уничтожена, и враг наконец уязвим. Войдите в портал и завершите битву. О, блин. Это тактический один хп. В жизни 8 частей тела. Теперь то же самое, только с телом, я понял. Понял, что ты сразу, а? Что ты такой, а? Я все еще, если честно, пока не понимаю назначение меча. То есть он не настолько пафосно классный, как бы, например, как бы мне бы хотелось. То есть, понимаю, если бы он был, ну, безлимитный, у него периодически заряды бы, например, исполнялись. Это было бы, ну, хорошо. Туда запомнить даже не успел, я его уже порубил. Я не понимаю, он их пожирает, что ли, со временем? То есть он идет спавн, и он их... Пожирают или как это происходит? Почему они периодически как бы умирают? Еще одна бензинка. О, это хорошо, что ты тут.
Я думаю, еще тоже рад. Давай, бани-хоп! Нет, нет, это не то. Я не понимаю, что у него еще осталось. По хпшечке. О, господи, пили ты его. Я не понимаю, что я ему еще не уничтожил. В Фузу я ему уже стрелял. Не, крови-то тут истекают так исправненько. Так, ну-ка, демоном не запили. Нет, так. Ай, просрал. Так, я так-то. Че, авиаудар, не? Блин, забыл, авиаудар сейчас будет. Эй-эй-эй, хпшечка! Иди к папе! Ух ты, блин, зараза, а?
Сейчас у меня такое ощущение, что у него есть фрейвы неуязвимости. Вот. Че я вам скажу. Да как меня убило? Там столько брони было. Балинский. Чё мне пионерить-то во все стороны? Я не понимаю, он меня что ли телепортирует или что происходит? Так, у меня меч есть, да. Так, мне надо кого-нибудь распилить, желательно сейчас, вот прям сейчас. Сойдет.
блин, я чуть не кончился. Долбаный! Нафиг. Долбаные турнички, вот серьезно, ты вот порой не хочешь, чтобы они срабатывали, а они срабатывают. Чего еще остался, не понимаю. Я кончился. Или фаза 3 сейчас будет. О, да. Очередной клинок сломал. Молодец. И запечатал, да? Дары, судя вам, берусь. Твоя сила станет их щитом, твоя воля их мечом. Ты останешься непобежден, и твой бой длится вечно. А задел на следующую часть в чем? В таинственном голосе, который сказал «Нет!» или что? А, сделан третью часть, то, что будет длиться вечно. Муа, просто. Здравствуйте, Слейдед. Да, еще барочку дал себе, что ли. Раз игру хожу. Да. Давайте из минусов, что я могу сказать. Во-первых, я согласен с тем, что зачастую арены слишком одинаковые. То есть, да, бои красивые, да, динамичные, да, охерительные. Вот. Но из-за того, что это все время постоянно бои по кругу, мне, например, понравилась база культистов, где, например, были ловушки, которые можно было активировать. То есть было довольно мало комнат именно с ловушками, которые можно было активировать. То есть накидали туда врагов бы побольше. А зачастую туда просто вот арена в 2-3 этажа и просто мочилово, по сути. Мне не понравилась альтернативная пушка. То есть я рассчитывал на что-то большее, когда проходил 6 специальных арен. 6 специальных арен получаю и получил распылитель, которым я пострелял один раз, разочаровался и больше не стал стрелять, потому что БФГ куда как лучше. Если бы этот распылитель, например, использовал бы патроны энергооружия, было бы лучше. Я не совсем понял механику меча, то есть по моей логике меч должен был все время заряжаться сам по себе, не находить какие-то спецштучки на арене, то есть там каждые два убийства там, или каждые 5 убийств демонов заряжался бы меч. Вот, то есть как-то так. А, какая симпатяшка. Вот.
что-то вот из этого. То есть мне кажется, что меч как-то не так хорошо сделан, как мог бы быть. Стрельба охерительная. Геймплей охерительный. Мародеры бесят до безобразия. Но и бесят они, потому что они как-то, на мой взгляд, они неправильно просчитывают дальность от вас. То есть, ну, тяжело с ними. Вот такая вот. То есть есть довольно много минусов. Мне понравилось, что в принципе они ввели систему слабых точек у противника. Что есть испытания на оружие, это тоже довольно неплохо, которое толком так и не сделано. Практически никакое. Мне понравилась механика с доп обмундированием типа гранат. Но опять же не понял, в чем смысл криогранат, когда есть боевые гранаты. Нахера всех морозить, когда можно просто всех уничтожить сразу. То есть зачем это? То есть я прям совсем этого не понял. Да, мародеры для боя один на один, прям вот видно, что они заточены. Вот. Ну или два на один. То есть что, типа, вот это могли бы быть боссы, например, на самом деле. А не рядовые мобы. То есть их как-то. По-моему, их просто идея была, я думаю, первоначально как босса, но потом они подумали, что это будет слишком охерительно для босса. И в итоге сделали из него просто моба. Бензопила для патронов, меч для хп. Тогда получается, какой смысл в добивании руками? То есть добивание руками для хп. Бензопила для патронов. И меч как ультиматив, ну как мини-БФГ. Вот, я бы так характеризовал скорее меч. То есть он как точечная БФГ, возможность кого-нибудь там убить. Например, было бы очень неплохо, например, как раз таки ввести в какой-то, не знаю, элементы фехтования было бы им просто. Потому что как бы в лоре прописали, что его учили фехтовать, но при этом что, в чем заключается все фехтование, которое нам показывали. Что он подходит демону, делает 5 ударов, и демон подыхает, даже толком не сопротивляясь. То есть, где там фехтование было, в чем, я так и не понял. Мне понравилось, что лор подвезли. Не очень оригинально, но все равно круто. Мне очень дизайн понравился. Всего, что я видел, очень дизайн понравился. Левел дизайн тоже довольно был неплохой. Но опять же, по сути, круговые арены. Могло бы быть и лучше. Не то, что играть неинтересно, но вот. В какой-то определенный момент времени ты начинаешь понимать, что, блин, кроме арен здесь в этой игре, кроме арены прыжков здесь ничего нет. То есть я понимаю, для чего они ввели вот эти вот секции с прыжками и вертикальный геймплей. Они его ввели тупо для того, чтобы это не так бросалось в глаза, то, что, по сути, весь геймплей — это переход с арены на арену и стрельба в ней. То есть я понимаю, для чего это сделано. Но сделано это как-то, ну, прям, скорее для галочки, чем для разнообразия. После крива ты можешь больше встречи врага внести, чем взрывной греной. Ну, хрен его знает. Серьезно, ну прям реально хрен его знает. То есть есть довольно, ну, есть вопросы к игре. Есть минусы в геймплее. Есть минусы в геймдизайне. Причем, ну, они просто минусы, я бы не назвал их весомыми, я бы назвал их просто минусами. То есть, если бы это был я бы сделал получше. Ну, опять же, только лишь мое мнение. То есть, по моему мнению, это было бы лучше. И, как бы, конечная пушка, она прям, ну, вообще никак. Мне понравилось, что, в принципе, любой вид оружия может быть использован в бою. То есть, нету прям вот тупо отстающих пушек. То есть вот, с чем они хорошо поработали, это с вооружением, кроме самой, ну, типа, секретной пушки. Вот, все вооружение прям вот используется от и до. В каждом бою оно может быть использовано, и оно будет крайне эффективно. Вот, то есть, и ограничения по оружию всего лишь, ну, ограничиваются вашим стилем ведения боя. То есть, как вам нравится, такое оружие используйте. Но, опять же говорю, скрытая пушка мне очень сильно понравилась, то есть, прям реально говно.
А можно качественно 1080 провисает иногда? Здравствуйте, Хибаха. А, там есть другие плееры, по идее, Twitch должен ставить еще другие качества. По идее. То есть, если прям хотите весь выбор... Блин, там кто-то подкачивается. Полный выбор качества, он только, к сожалению, на Ютубе есть и на Гудгейме. Twitch мне не предлагает другие качества. Я не полный партнер Twitch. Ну, это от интернета зависит же. Кого-то получше, кого-то похуже. Вот примерно такие мысли по дому. Ну, после вот прохождения. Опять же, те, кто говорил, что кошмар не тестили, они, на мой взгляд, несколько неправы, потому что кошмар, по-моему, реально тестили, и он хорош. Вот, правда, как это будет, например, с одной жизнью проходиться, это, конечно, тот еще вопрос. Очень интересный вопрос. Короче, стоит 2К или скидки ждать? Я думаю, стоит. То есть, если вы прям хотите мясной хороший мясной шутер, без того, чтобы просто думать и слушать музончик под запилы, то, я думаю, оно вам понравится. То есть, я вот, например, довольно давно шутер не играл, у меня в шутерах опыта ноль. Вообще ноль. То есть, серьезно ноль. Весь мой опыт основывается на том, что я в свое время в Overwatch играл довольно неплохо. Вот, то есть, ну, где-то примерно в алмазной лиге. И все. Вот и весь мой опыт. Мне понравилось. Да, Мич, такое ощущение, что его как-то придумали в самом конце. То есть, он сюжетно появился, и они такие, блин, смотрите, у нас в сюжете есть меч. Он фигурирует. Это прям горнило, мы его показали. Может быть, будет неплохо, если мы дадим возможность игроку использовать этот меч. И такие, ну давайте дадим, а что он будет делать? Ну, он будет убивать врагов с одного удара. И, видимо, ничего лучше они придумать не смогли. Я не знаю. Да не самый плохой опыт, ну, наверное, да, не самый. Если хотите Half-Life Alyx, тащите 80 рублей и ждите примерно 2 недели. Примерно. Пока... А, короче, от 2 до 3 недель, пока шлем подъедет. Хорошо, давайте... Давайте 70, я тоже вкинусь. Нет, да, там максимально с руками-пультами HTC Valve максимального, ну, типа, самого хорошего производства, ну, самой хорошей модели с этими руками стоит 1000 баксов. Как видюха. И... Ну, тащите. Здравствуйте, Аксаграс. Может, лучше Baldur's Gate пройти? У нас Backfinder недопройдены. И посмотрим, завтра выходит нечто под названием Iron Danger. Мне кажется, у него довольно странный геймплей, но это может быть интересно. Но геймплей реально странный. Давай Donut Go как раз за 5 лет заполнишь. Да. Это примерно так. Кого жанра? RPG. Но... Короче, помните, у нас был Tower of Time? Вот что-то вроде этого. Только в Iron Danger надо будет использовать окружение. Короче, надо будет использовать окружение и взаимодействовать с ним и сражаться. То есть это смесь Tower of Time и Принца Персии. То есть... Вы сражаетесь, вам не понравилось, вы откатились, исправили какие-то действия, бой пошел типа дальше. И в итоге вы выстраиваете идеальный бой так, как вам нравится. В итоге получается как бы вот битва такая вот. На кончиках пальцев. Такая вот фигня.
Ее можно как-то... А, можно пустить, да? Вы прошли игру. Поздравляем, вы пошли в Doom Eternal. Теперь вы можете дальше следовать твердыне Рока или найти пропущенные предметы с помощью выбора заданий. Продолжайте оттачивать уровни навыков, сравняйте Battle Mode или проходите мастер уровней, сложные ремиксы заданий кампании, в которых вам придется проявить все свое мастерство. Мы регулярно добавляем новые мастер уровни, так что заходите в этот раздел почаще. А, вот что такое мастер уровня. Что пишут? Говорит сеть сопротивления. Мы надеемся, что это последнее сообщение, и больше у нас не будет повода выходить на связь. Мы обращаемся, наверное, ко всем жителям Земли, ко всем, кто нас слышит. Орда демонов побеждена. Чудовище, в котором ученые комитета опознали икону греха, было сегодня уничтожено палачом. Силы ада рассеялись, мы спасены. Теперь, когда угроза миновала, нам пора объединиться во имя будущего. У человеческой расы есть надежда преодолеть все трудности. Многие выжившие считают палача богоподобной личностью, олицетворением добра в эпической битве со злом. Теперь человечество пытается будет новый Иисус, я понял. Причины произошедшего. Многие хотят получить ответы у палача, но его местонахождение остается неизвестным. Говорит сеть сопротивления. Так, ну-ка. Скажите мне, что это такое. Ну, представьте, будет прям этот... А, короче, я понял, в чем прикол. То есть вы заранее накидываете монстра посильнее и пострашнее, и в этом весь геймплей. Да. Ну, короче, понятно. Я думаю, что-то более интересное. Ладно, дом прошли. Ну-ка, сколько человек дом на кошмаре прошло? Так, ну-ка. А они даже не показывают, на каком-то уровне прошел, серьезно? Прям серьезно, я думал, я же на кошмаре прошел, могли бы. Убейте охотника Рока, придите дыру в Марсе, победите, убейте икону греха, пройдите компанию на любом уровне сложности, улучшите здоровье, броню, боезапас. А то есть они даже не говорят, что ты должен пройти игру на высоком уровне сложности. Ты просто должен пройти игру. И все. Даже ачивки не дали, сволочи. Ну серьезно, могли бы и дать. Я же старался, я же на кошмаре приходил. Здесь реанцы. И куча чивок на Battle Mode, который, скорее всего, мало кто будет играть. Ладно, было круто. Ну что, так, давайте запись установим.